определенные усилия прилагает, перебрасывает на украинский восток живую силу, но, тем не менее, не сможет достичь каких-то определенных результатов. По крайней мере, неисполнимы вот эти приказы о захвате полной территории Донецкой области. Дело в том, что, как показывает практика и опыт почти года ведения боевых действий, мастерство, тактическое оперативное мастерство российской армии не позволяет им совершать стремительные, динамичные действия. Они не умеют, вести свои войска в динамичные наступательные операции. Поэтому все их успехи, которые были достигнуты в качестве каких-то наступательных действий, они в конечном итоге базировались, как это ни странно, в общем-то, представить, на опыте Первой мировой войны, то есть массированная поддержка артиллерии и дальше штурмовые пехотные подразделения, которые волна за волной накатывают на позиции украинских войск и потихоньку проминают оборону. Вот все, что было сделано в плане наступательных действий, оно было сделано так. Их опыт и навык использования бронетехники для организации прорывов обороны, не было ни одного случая, чтобы их бронетехника смогла прорвать вашу оборону. То есть они не понимают, как это делать. Эти навыки утрачены. Что, собственно, и вполне объяснимо, учитывая тот опыт, который был у российской армии за последние 30 лет. Они никогда не вводили крупные массы бронетехники для того, чтобы устраивать вот такие танковые прорывы, которые, ну, например, происходили во время Второй мировой войны. Или которые, допустим, происходили во время иракской кампании со стороны американской армии. Или которые, например, можно было наблюдать во время израильско-арабских войн, которые имели место. То есть они этого делать не умеют. Поэтому их наступательные действия будут сводиться вот к этой тактике. И, кстати, в этом отношении у них даже, можно сказать, есть определенные там успехи в том плане, что они какие-то вещи научились делать лучше, чем делали их поначалу. Однако и ваша армия, она не стоит на месте, и ваша армия наращивает свое тактическое оперативное мастерство и за счет опыта, который приобретается на полях сражений, и за счет тех навыков, которые приобретают те ваши военнослужащие, которые обучаются у ваших западных партнеров. Эта помощь, она очень существенно, очень повышает навыки тактические, навыки профессиональные, армейские у ваших военнослужащих. Поэтому, учитывая, вот опять же, если мы сравним, уже, к несчастью, уже почти год льется кровь, у нас есть с чем сравнивать это. Может быть, цинично звучит, но это так. В начале войны, когда им удалось добиться россиянам оперативной внезапности, когда ваши войска были, может быть, они на каких-то участках были готовы формально, но ментально они были не готовы к началу войны. Однако тогда, бросив в бой лучшее, что у них было, с лучшим техническим оснащением, им не удалось добиться вот этих вот стремительных прорывов, о которых они мечтали. Григорий, а можно тогда я вот уточню? Можно я уточню у вас? Вы говорите о том, что за это время, вот за эти месяцы, российские военные кое-чему все-таки научились, в чем-то, ну, освежили свои навыки или как-то освоили новое. Что именно это, по вашему мнению, на что стоит вооруженным силам Украины обратить особое внимание в противнике? Значит, учитывая тот факт, что российская сторона абсолютно пренебрежительно относится к понятию собственных потерь и не считает своих убитых, это может позволить себе очень, очень мало кто сегодня относиться к своим военнослужащим, однако это факт, с которым мы должны, так сказать, считаться. Они формируют так называемые малые штурмовые группы, пехотные, которые выбирают какой-то участок фронта, и волна за волной буквально вот на каком-то участке фронта начинают накатывать на эти позиции ваши. Теперь, если офицер, который обороняет этот участок, опытный, хладнокровный, мужественный человек, который пользуется авторитетом, и он может наладить хорошо охранение и оборону своих позиций, и наладить внутреннюю ротацию внутри подразделения, то тогда это один, так сказать, разговор. А если у него сдают нервы, не хватает опыта, не хватает хладнокровия,
то получается ситуация, когда военнослужащие, обороняющиеся, постоянно вовлечены в боевые действия. Военнослужащий не может привести в порядок личное оружие, принять пищу, отдохнуть, поспать, обсушиться, переодеться. Он постоянно вынужден как бы вести боевые действия. В таких условиях люди же, они не роботы. И вот начинается прогрызание обороны. И пошел в атаку, допустим, пошло в атаку отделение или взвод. Его уничтожили. Пошел следующий, его уничтожили. И так далее. А если таких атак 10 в сутки, 12 в сутки, то на каком-то этапе просто продавливается оборона. Еще раз говорю, ну, это немыслимо в 21 веке о такой тактике говорить, как это абсолютно антигуманная тактика. Я не знаю, ну, то есть я как израильский офицер, я смотрю на это как на научную фантастику, да, со стороны, потому что у нас гибель каждого военнослужащего — это национальная трагедия, и разбор полетов устраивают, и если там какие-то были нарушения и халатность, то людей наказывают за это, кто нес ответственность за руководство операции или за командование тем подразделением, где это произошло. А здесь сотнями в сутки кладут для того, чтобы канаву захватить. Но тем не менее, в итоге, если ваша обороняющаяся сторона в данном случае проявляет непрофессионализм или у людей сдают нервы, просто что вполне объяснимо в такой ситуации, это очень тяжелый стресс, невероятно тяжелый. Давление психологическое очень сложно. Это не каждому по плечу вынести такое. То вот эти канавы захватываются, и оборона потихоньку прогрызается. Естественно, это идет, так сказать, поддержка артиллерии и так далее. То есть здесь единственным, так сказать, может быть, противоядием — это профессионализм офицеров, которые на местах командуют, наличие резервов, которые периодически вводятся для того, чтобы осуществлять ротацию, и эффективное использование современных систем огневого поражения для того, чтобы на дальних дистанциях уничтожать вот эти вот пехотные штурмовые группы. Григорий, вот вы говорите сейчас о тактике, которая используется в одной конкретной точке или в нескольких точках. Мы говорим о Донбассе в первую очередь и о Бахмуте. Вот сейчас я хотел бы добавить немножко информации для анализа и для наших глядачів. Тягнутий час в очікуванні нової зброї радять українським силам оборони Сполучені Штати Америки. Там вважають, що Україні навіть доведеться відійти від Бахмута, щоб зібрати ресурси для весняного наступу. Але такі дії не матимуть стратегічного впливу на війну, так пише Bloomberg. Там зазначають, згідно з оцінками американських та європейських офіційних осіб, російський наступ на сході України неминучий, але враховуючи час, необхідний для доставки, навчання та будівництва лінії постачання передової техніки, бойові танки з Європи та США, можуть з'явитися на полі бою не раніше, ніж навесні. Тож Україні доведеться перемістити лінію фронту. Это снова ж таки вот заграничных экспертов и аналитиков вывод и советы и рекомендации. Как вы считаете, почему такие рекомендации звучат? И однозначно только так может происходить? Или есть определенная вот вилка, какое-то разнообразие действий? Вы меня простите, пожалуйста, я не владею украинским языком, поэтому я не совсем понял, что... Было да, я тогда если... чуточку доскажу. Речь идет о том, что аналитики Института изучения войны советуют силам обороны украинским, может быть, приберечь силы, и говорят о том, что невозможно будет, ну, все равно будет наступать Россия на востоке, все равно будет наступление большое на Донбассе, и поэтому, может быть, придется оставить Бахмут для того, чтобы дождаться танков, для того, чтобы дождаться вот в конце весны уже выстраивания этих цепочек поставки оружия, и тогда Украина может идти в наступление. Как вы считаете, вот возможно ли это? Я, ну, с настроениями украинских военных, я не знаю, как совместить такие действия. Уже много месяцев обороняется Бахмут, и сейчас сказать, что, ну, в действительности это не имеет особого значения, можем и отойти, мне кажется, довольно сложно. Но вот аналитики говорят о том, западные, что, может быть, это возможно, и, может быть, даже нужно так сделать. Как вы считаете? Одна из премудростей военного дела – это искусство формирования, сохранения и накопления резервов. Это одно из важнейших воинских, одна из важнейших воинских премудростей.
генерал Залужный, ваш главком, о котором до начала войны почти никто в мире не знал из, так сказать, простых людей, да, не специалистов, на сегодняшний день является одним из наиболее авторитетных стратегов в мире. Потому что эту репутацию он заслужил благодаря своим квалифицированным действиям, которые многократно, так сказать, продемонстрировал на полях сражений. Я уверен, что этот генерал предпримет именно те действия, имея полную картину информации, имея полное понимание ситуации, предпримет именно те действия, которые будут максимально оправданы, так как он это делал уже и в прошлом. И если вы помните российское наступление летнее, которое россияне преподносили как большой успех, а по сути им удалось добиться ограниченных тактическо-оперативных успехов, потеряв там, ну, просто цвет своей армии, положив в землю и положив там десятки тысяч человек, в том числе цвет офицерского корпуса. И фактически после этого наступления дальше активных широкомасштабных наступательных действий до сегодняшнего дня они не могут предпринять. Потому что даже то, что мы наблюдаем сегодня на Бахмуте, это не широкомасштабное стратегическое наступление. Это отдельные наступательные действия оперативного характера максимум. Поэтому, безусловно, если возникнет необходимость, если будет оправдано, что надо какие-то территории оставить, какие-то отдельные населенные пункты, значит, это будет сделано, и не надо в этом видеть трагедию. В конечном итоге побеждает та сторона, которая может накопить максимальное количество резервов и использовать эти резервы в нужное время, в нужном месте. То, что вы делали в свое время под Херсоном, то, что вы делали в свое время на Харьковском направлении, когда были накоплены резервы и в самый подходящий момент введены в дело. Поэтому не нужно воспринимать какой-то отход там, тактический, оперативный, под влиянием обстоятельств, как какую-то национальную трагедию. Я надеюсь, что у граждан Украины хватит здравого смысла для того, чтобы воспринимать это, так сказать, пропорционально формату событий. И я думаю, что ваше командование, прежде всего ваш главком и те офицеры, которые составляют его команду, они заслужили высокий уровень доверия ваших граждан. Я не думаю, что есть какая-то причина у кого-то усомниться в их профессионализме или мужестве. Так что да, вам не хватает техники, да, эта техника поступает, меньше, чем вам хотелось бы, но поступает. Производятся в вашей стране мобилизационные действия, идет обучение ваших военнослужащих на основании опыта ваших, так сказать, офицеров-инструкторов и инструкторов Запада. Я уверен, что формируется наступательная группировка, которая будет введена в дело. Григорий, а можно вот спросить у вас такой момент? Он немножко... Так. Да, можно. Вы хотите закончить? Да. Одна из причин такого настойчивого стремления сохранять попытки наступательных действий на отдельных участках фронта со стороны российской армии заключается в том, что они стремятся таким образом сжечь ваши резервы. Я уверен, что в данном случае, так сказать, опыт и мудрость ваших офицеров будет преобладать. Очень на это надеемся. Немножко, может быть, политическую оценку я сейчас попрошу, а может быть, абсолютно только профессионала военного, но вот это вот, ну, как бы игра или определенное состязание в том, кто быстрее подготовится. Об усилиях России в том, чтобы какие-то резервы тоже накоплять, по крайней мере, человеческие резервы, и бросать их, подводить к передовой, ну, мы понимали, наверное, исходя из данных разведки, и, мне кажется, понимали тоже и политики, и военные управленцы в странах Запада. А почему складывается ситуация таким образом, что потенциально Россия старается и, может быть, даже может прилагать какие-то усилия на месяц-полтора раньше, чем тяжелая техника прибудет в Украину? Ну, во-первых, мы не знаем, какая техника уже сейчас находится на территории Украины. И хорошо, что мы этого не знаем, потому что эта информация сугубо секретная. Запад до сегодняшнего дня вложил прежде всего
ваши англосаксонские партнеры, Великобритания и США, огромные денежные средства в то, чтобы формировать вот этот вот общий такой пакет помощи вашей стране. Они очень умеют хорошо считать деньги. И если в вас вложены такие деньги, то они вложены для того, чтобы их потерять. Я все время говорю об этом. Однако, понимаете, тут есть такой вот замкнутый круг, вот такой парадокс, но он... Григорий, можно буквально одну секунду? Сейчас о парадоксе вы продолжите, просто у нас оглашена тревога воздушная, и мне нужно об этом сказать нашим зрителям. Дійсно, у Києві оголошена повітряна тривога, вочевидь, вона буде розширюватися і на інші області України наразі. Будьте уважними, будь ласка, стежте за повідомленням. Прошу. Уже шириться Україною, так мені говорять про це редактори зараз. Тому, будь ласка, будьте уважними і стежте за тим, аби перебувати у безпечних місцях. От зараз ви бачите карту. Дійсно, багато областей за рідкісними винятками зараз уже от червоного кольору. Це означає, що тривога там оголошена. Будьмо уважними, будемо стежити за повідомленнями. Поки з Григорієм Тамаром триває розмова в ефірі «Апостроф ТВ». Григорій, возвращаємося в ефір. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Парадокс заключается в том, что если вы посмотрите на события прошедшего почти года, то вы увидите закономерность. Каждый виток следующий в качественном характере поставок был сопряжен с вашими успехами на поле боя. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Я вам это говорю из израильского опыта, потому что мы в свое время, когда стали получать от Америки военную помощь, оружие, даже не помощь, а оружие, да, это не совсем была помощь, неважно что, так это было сопряжено с нашими успехами на поле боя. И первое оружие было продано Израилю американцами после шестидневной войны в 68 году. Чем более убедительны будут ваши успехи на поле боя, тем более последовательна будет помощь вас к западным партнерам. Это является некоторым парадоксом, потому что логичнее было бы предположить, да, что слабому союзнику нужно помогать. Никто слабым помогать не любит и не хочет. А вот сильным помогают с удовольствием. Поэтому, когда вы проявили готовность умирать за свою страну, вам дали джавелины. Когда вы отбросили из-под Киева, вам дали там артиллерийские орудия и гаубицы. Когда вы провели харьковскую операцию, вам дали химарсы и так далее. То есть такая вот логика у них. Вот, может быть, это странно покажется вашим зрителям, но, тем не менее, я из опыта говорю об этом. И на сегодняшний день мы не понимаем и не знаем из открытых источников этой информации, закрытая, секретная, это правильно абсолютно, что в действительности есть сегодня в Украине, что предоставлено. Что находится на территории Польши, а фактически Польша является вашим стратегическим тылом сейчас. Позиция Польши, ее роль в этой войне, она по стечению обстоятельств стала абсолютно сакральной, потому что не имея такого союзника в тылу, вам было бы очень тяжело. Имея бы там нейтральное государство, которое просто проявляло бы нейтралитет, то я не уверен, как бы развивались события, да? А вы имеете там надежного союзника, и там концентрируются силы, там концентрируется, там происходит обучение ваших военнослужащих, там лагеря, где это обучение происходит, и там формируется инфраструктура для ремонта техники очень серьезная. И это территория, которая не поражается российскими средствами дистанционного поражения, что очень важно в данной ситуации. Так, тут абсолютно я с вами соглашусь, потому что это сотрудничество, оно определяющее для успехов украинских вооруженных сил, но и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки тоже в первую очередь, поскольку они, наверное, главнейший донор оружия, которое оказывается в Украине, и поэтому добавлю информацию именно по этому поводу. Уже сегодня США планируют оголосить про новый пакет допомоги для Украины, и для него, до нього включать ракети більшої дальності, так повідомляє CNN. Пакет складатиметься із двох частин. Це 500 мільйонів доларів у вигляді зброї та спорядження, взятих безпосередньо із запасів США. Ще приблизно 1,7 мільярда доларів –
у вигляді товарів, закуплених у військових підрядників, відомих як ініціатива сприяння безпеці України. До пакету увійде бомба малого діаметра наземного базування, керована ракетою дальністю дії 150 кілометрів. Хоча це фактично подвоїть дальність дії українських озброєнь, у комплект постачання все ж не увійде довгоочікувана ракета атаки МЕС, йдеться у повідомленні. Також там будуть боєприпаси для артилерії та «Хаймарс» і допоміжні системи та обладнання для ракетного комплексу «Петріот». Україна отримає зброю не одразу, процес може тривати тижні або навіть місяці, але такий пакет має бути оголошений. Григорій, от очередной пакет помощи, много різних пунктів. Нет атакамсов, о которых говорили, и поэтому 300 километров вглубь пока недостижимая цель для вооруженных сил Украины. Но должны быть другие такие комбинированные бомбы, которые до 150 километров смогут достигать. И это официальная информация, то, что официально все-таки сообщается. Что это дает нам, какую страницу может открыть перед Украиной, и когда это может оказаться здесь? Если вы помните, стратегическое изменение соотношения сил на фронте произошло с появлением «Хаймерс», которые сломали вот эту вот цепочку снабжения российских войск непосредственно на линии фронта. На сегодняшний день российская сторона к этой угрозе адаптировалась в большой степени. Иногда они совершают определенные просчеты, например, как это было на Новый год, когда разрушили ПТУ, где там находились 600 военнослужащих. Но в целом они адаптировались к этой угрозе. Если сейчас сложится ситуация, что от 70 километров вы увеличите вот дальность возможного поражения их вот этих вот полевых точек, да, то есть это штабы, склады с боеприпасами, казармы. Угу. ПВО, мосты и так далее. Если вы сможете взять под огневой контроль на расстоянии 150 километров от линии фронта, это опять полностью сломает их вот эту вот возможность снабжать свои войска. Им придется искать новые решения, которые будут намного сложнее. Это полностью нарушит их систему снабжения. И переоценить сложно важность подобной техники в данном случае. Тем более, что если в перспективе, получив западную технику, вы начнете наступательные действия, вы сможете, продвигаясь вперед, громить их тылы и полностью дезорганизовать их, так сказать, отход в случае, если он будет принят. Это важнейшее. Спасибо огромное, Григорій Тамар, офіцер армії Ізраїлю у відставці, військовий історик. На прямому зв'язку був із нами, це «Апостроф ТВ». Ми будемо рухатися до наступних тем.